Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я рад всех приветствовать в этот вечер. Приветствую делегатов и гостей 11-го съезда. Мы начинаем наше вечернее служение перед нашим Господом. Сегодня на этом месте мы провозглашаем эту удивительную истину о том, что Христос умер за всех. Но в этой истине звучит победоносная весть о том, что Он жив ради того, чтобы подарить каждому спасение. И этим прекрасным пасхальным приветствием я хочу поприветствовать в этот вечер всех, кто пришел в дом молитвы. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Мы сегодня имеем наше вечернее служение, это закрытие 11-го съезда Северо-Западного объединения. Мы будем молиться, чтобы Бог благословил нас в этом служении, благословил этот прекрасный молодежный сводный хор, оркестр, который сегодня у нас в гостях, чтобы Божье благословение было над каждым из нас. Верим, что это особое служение перед лицом нашего Господа, и мы вместе помолимся. Боже наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что в этот вечер Ты вновь открываешь Твои отцовские благословения. Ты даешь это чудесное время быть вместе в этом общении. Мы радуемся и благодарим Тебя сердечно за то, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы подарить спасение. Ты умер ради того, чтобы каждый приходящий к Тебе человек мог получить спасение и дар вечной жизни. Мы благодарим Тебя сердечно в том, что Ты воскрес. Для нашего оправдания сегодня мы дети Твои. Ты благословлял это время, съезд нашего братства, и мы благодарим Тебя сердечно за слово, которое звучало, за участие братьев и сестер, за то, что наше сердце было наполнено Тобой и в этот вечер. Господи, мы вновь молим Твоего благословения на весь ход этого служения. Излей потоки Твоих благословений на каждое сердце. Прежде всего, мы молим Тебя, чтобы Ты благословил братьев, проповедующих Твое Святое Слово. Господи, благослови хористов, регентов, музыкантов. Благослови каждого, кто будет принимать участие в этом служении. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил наши сердца принять все то, что Ты скажешь через это служение, и не просто услышать, но исполнить в своей жизни. Благослови всех нас, и будь за все прославлен наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сейчас служение хора. Thank you.
Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодня у нас особая часть нашего служения. Это вручение дипломов для тех, кто закончил международную теологическую семинарию по программе «Богословие». И я приглашаю наших друзей, пожалуйста, пройдите наперед. Что становишься здесь? Леонид здесь, да? Куда же ты их погнал? Сюда. Братья, сюда. Вот сюда. Пришли они. Сюда. Пока ладно. Так, ну вот, положи их на пол куда-нибудь. Дорогие братья и сестры, мир вам! И может быть немножко необычная ситуация. Съезд, вроде бы все было правильно, все торжественно, и вдруг вышли мужчины в черной одежде с красными кисточками такими, что-то непонятное. Да и Александр Кириллович, наверное, не так часто бывает в такой одежде, да? Ну, как было сказано, сегодня вручение дипломов. Братья, которые вот учились в семинарии, и они закончили этот процесс учебы, и сегодня будет вручение дипломов. Ну вот вы видите братьев, теперь, братья, пожалуйста, займите ваши места, садитесь, пожалуйста, да? Так. Да, и вы садитесь тоже вдвоем уже, да? Я только хочу напомнить, что апостол Павел, Иисус Христос сказал, 5:39, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Вы знаете, в этом мире все меняется, и нет ничего стабильного. Когда-то было что-то одно стабильное, потом, кажется, самое стабильное было, самое твердое, и вдруг эта стабильность рухнула. Ну, почти все, наверное, мы выходцы из бывшего Советского Союза. Помните, какой стабильный был Советский Союз? А помните, какие деньги у него были? И как мы хотели побольше, может быть, заиметь таких денег? И это считалось самая твердая валюта. Иметь таких побольше, а если еще один ноль добавляли, там и тоже Ленин был, казалось бы, ну, самое такое стабильное. Но прошло время, Советского Союза нет. И вот такого красного Ленина тоже не стало. И денег таких, хотя они, может быть, и есть у кого-то, то как сувенир. Прошло некоторое время, была Европа, вернее, была Германия, была Франция, было там другие страны, Бельгия, да, но вдруг не стало. И у них была у каждой своя валюта, а сегодня это вот такая валюта стала. Ну, вы знаете, это самая стабильная, наверное, валюта, да? Или вы думаете, что вот это вот самая стабильная валюта? А, вот это, да? И если бы побольше еще он был, да? Доллар такой, да? Но вы знаете, ну, буквально 2 месяца назад, да, этот доллар почти в 2 раза был дороже на мировом рынке, да? Сегодня, оказывается, ну, ничего в этом стабильного, на этой земле ничего стабильного нет. Но вы знаете, вот у меня такая монета есть, золотая. Это American Eagle, золото. Как вы думаете, это стабильное? А? Тоже не очень. Вы знаете, если мы попадем в пустыню, да, то вот это ничего не даст. Нам нужна будет вода. Значит, в этом мире нет ничего стабильного. Ни правительства, ни валюты, ни государственности. Но есть только один. Это стабильный, вечный и никогда не изменяемый Бог. И Его Слово. И вот братья, которые вот перед вами только что стояли, они сейчас сидят, да, они исследовали, изучали Слово Божие. Для того, чтобы эту истину, о которой сегодня так много было сказано, чтобы эту истину передать людям, чтобы они полюбили Иисуса Христа, познали Его благодать, и чтобы не только их сердца были открыты для Слова Божьего, но чтобы те, которые будут слушать их, чтобы их сердца открылись для Божьей благодати. Для этой цели и
братья, эти ваши братья, ваши служители, проповедники учились. И вот сегодня я хочу представить вам всех братьев, которые здесь были. Вначале я хочу представить, ну вы знаете, Александр Кириллович Сипко. Он сам закончил программу бакалавра богословия, закончил магистр богословия, и он получил Master of Divinity. И сейчас он учится, является кандидатом богословских наук и учится по программе PhD Biblical Studies. Это PhD по библейскому, докторская программа, степень по библейскому исследованию. Также вот брат Леонид Маргун, он также учился в семинарии, закончил ее, получил степень магистра богословия и степень leadership, да? Leadership он получил также степень. Это братья, которые являются сотрудниками Международной теологической семинарии. Я также сегодня представляю Международную теологическую семинарию, которая работает уже несколько десятилетий, но русский отдел там работает около 7 лет. А сейчас брат Леонид Маргун, он зачитает список студентов, которые будут сегодня получать дипломы. Пожалуйста, брат Леонид. Уважаемая церковь, делегаты и гости съезда, уважаемый доктор Жакевич, от имени факультета и администрации Международной теологической семинарии представляю к награждению степени и получению диплома магистра богословия и бакалавра богословия студентов, успешно закончивших богословскую программу и выполнивших все академические требования программы. Выпускников прошу встать. Бакалавр, магистр богословия Виктор Шуц, Василий Филимонов, Василий Литовкин, Александр Столбер. Бакалавр богословия Евгений Горбовский, Петр Кулешов, Александр Мейко, Александр Шаповалов. Так, братья и сестры, сейчас будет вручение дипломов. И первый диплом это будет вручен, я зачитаю сейчас содержание диплома. Первый диплом это будет вручен магистр богословия Виктор Шуц, директор библейской миссии в Германии. Он приехал сюда с женой. Интересно такое, как бы композиция Виктор и Виктория. Они из Германии, из города Франкфурта. И я зачитаю содержание диплома. Совет директоров Международной теологической семинарии по ходатайству и рекомендации президента семинарии, совета профессоров и преподавателей и по данному праву присваивает научную степень магистр богословия, английский вариант Master of Divinity, Виктору Шуц. Кандидат, которому присвоена степень, выполнил учебную программу в соответствии с академическими требованиями и установленным законом Ассоциации учебных заведений. Степень присваивается со всеми правами, привилегиями и обязанностями пред Богом и Церковью. Подписи и печать подтверждают авторитет этого документа. Это вот такой диплом. Брат Виктор, пожалуйста, подойди сюда. И братья ему оденут академический худ, который подтверждает о том, что он получает эту степень магистра богословия. Не надо цеплять, это уже не надо. Брат Виктор, я очень рад тебя поздравить. И за то, что ты успешно закончил эту программу, я очень рад, искренне рад за тебя. Благослови тебя, Господь. Так, становись здесь рядом с Кирилловичем. Второй брат Василий Филимонов. Это Беленхельм. Тоже вы знаете этого брата.
Брат Василий, я искренне очень рад от совета директоров и президента семинарии поздравить с окончанием и вручить диплом. Для меня это просто благословение и радость. Я очень рад за тебя, брат Василий. Что? Магистр богословия Василий Литовкин. Брат Василий, я очень рад вручить диплом. Пройдите сюда немножко. Я очень рад вручить диплом и поздравить вас и от имени президента семинарии и совета преподавателей. Мы с этим братом, наверное, больше всех разговаривали по телефону. И не только по поводу учебы, и молились вместе. Я искренне рад. Благословения вам. Пусть Господь благословит вас за весь ваш труд, за все старание, которое вы помогали. Спасибо. Магистр богословия Александр Стовбарь. Брат Александр, я очень рад, что я могу вручить тебе диплом. Процесс был в некоторой степени сложный, в некоторой степени простой, но с помощью Божией и с помощью Светланы, она здесь рядом сидит, эта ступень закончена. Благослови тебя, Господь, брат. Так, сейчас будет вручение дипломов студентам, которые закончили программу бакалавра богословия. И мы зачитаем также диплом бакалавра богословия. Александр Кириллович зачитает, пожалуйста, содержание диплома. Вот этот вот. Давай. Русский вариант. По программе бакалавра богословия присуждается сегодня и вручается диплом. Совет директоров Международной теологической семинарии по ходатайству и рекомендации президента семинарии, Совета профессоров и преподавателей и по данному праву присваивает научную степень бакалавр богословия Александру Мейке. Кандидат, которому присвоена научная степень, выполнил учебную программу в соответствии с академическими требованиями и установленным законом Ассоциации учебных заведений. Степень присваивается со всеми правами, привилегиями и обязанностями перед Богом и Церковью. Подписи и печать подтверждают авторитет этого документа. Александр Мейко. Брат Александр, я очень рад поздравить тебя с этим пройденным этапом учебы и рад, что ты закончил эту программу. Слава Господу! Благослови тебя, Господь! Следующий – Петр Кулешов. Брат Петр, искренне рад поздравить вас. Много мы говорили и по телефону, общались, как-то перезванивались. И этот этап вы закончили с Божьим благословением и достойно. Искренне рад поздравить вас от президента семинарии и совета профессоров. Благослови вас, Господь.
Бакалавр богословия Александр Шаповалов. Брат Александр, я очень рад поздравить тебя и просто искренне рад, что ты закончил эту программу. И я верю, что Господь дал тебе возможность учиться для того, чтобы эти знания ты употребил у себя в церкви и для всех людей, с кем будем встречаться. Благословение тебе. И последний диплом, который у нас есть, это Евгений Гробовский. Bachelor of Divinity, бакалавр богословия. Брат Евгений, искренне рад. Молился много за тебя и за твою семью. Помню последний твой имейл, имейл, который я прислал, и то, что ты закончил эту программу, я искренне рад, и от имени совета директоров, совета профессоров наших и президента семинарии рад поздравить тебя и благословения тебе. А сейчас я попрошу, чтобы сестры, жены наших братьев поднялись сюда, пожалуйста. Там им молодежь, братья и сестры подготовили цветы, я так думаю, да? Дорогие братья и сестры, конечно, я скажу, процесс, в который поступили братья в учебный процесс, все братья, это был немножко и сложный, немножко и трудный, ну, немножко процесс дисциплины. И, конечно, жены всегда были рядом с ними. Вы посмотрите на Надежду. Надежда, да? Как она держится за Василия? Ну, просто приятно посмотреть. Слава Господу, слава Господу. Вы знаете, действительно, это были верные помощницы, которые стояли всегда рядом со своими мужьями. И то, что их мужья закончили, это благословение не только для мужей, это благословение для сестер и для их церквей, где они трудятся. И сейчас, пожалуйста, есть сестры, которые хотят поздравить сестер. Ну, а я теперь хочу задать вопрос сестрам. Вы скажите мне, вы рады, что ваши мужья закончили учебу? Ой, вы знаете, рада, действительно рада. Виктория, ты рада? Слава Богу. А сейчас я бы хотел, чтобы... Виктор, пожалуйста, скажи свое свидетельство, что у тебя на сердце. Дорогие братья и сестры, исследовать Писание – это привилегия. Господь призывает сам нас к этому, и мы, я думаю, мы знакомы с временем, когда не было Библии, когда наши праотцы кровью брали бытие Библии. Но сегодня мы имеем это в руках наших. И Бог дал мне лично в Германии и также в Америке изучать Слово Божие. И в принципе мотивация моей учебы была, это как написано в Псалме 80-м, 11-м стихом. «Открой уста твои, и я наполню их». Мы нуждаемся в наполнении Господнем, чтобы Он посылал нам знания, чтобы Он дал нам свое слово и положил на уста наши, чтобы мы говорили дальше. И это мне помогло и помогает в моем служении в библейской миссии. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, вы были свидетелями этого события, что наши братья, ваши братья, служители, которые учились, получали определенные познания Слова Божьего, библейских книг, богословия, теологии, для того, чтобы эту истину правильно передать людям, которые окружают нас. Пусть Господь
благословит наших братьев, но это не значит, что вы должны перестать за них молиться. Теперь за них нужно молиться вдвое больше, чтобы эти знания правильно употреблялись для славы нашего Господа. А сейчас Александр Кириллович, у него есть слово к братьям, которые закончили учебу. Дорогие братья и сестры, ну мы вновь поздравляем вас вот с этой замечательной датой вашей жизни, окончания служения. У Господа когда-то были ученики, и Он с ними занимался сколько? 3,5 года занимался, а потом вручил диплом и вознесся на небо, и им сказал: идите и проповедуйте, все, я вас подготовил. Ну, кто-то из вас 2 года, кто-то, может быть, больше, я точно не знаю. Но настало время, когда вам сказали, а теперь идите и свои знания. Для чего вы учились? Я не думаю для того, чтобы теперь эти знания просто показать где-то кому-то, а применить их в жизни, использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие. Мое пожелание для вас, Евангелие Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. «И сказал им, это сказал Господь ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вот так сказал Господь своим ученикам. Я думаю, что сегодня Господь говорит и вам через это слово, братья дорогие, перед вами необъятное широкое поле для проповеди Евангелия. Да, вы получили сегодня дипломы, получили определенные знания, но это все не дает вам права возвышаться над другими, потому что у Господа много раз разных сосудов, и Он использует простых рыбаков, которые, может быть, ничего не знали, кроме того, как починить сети, и все. Может быть, даже кто-то из них и связать ее не мог, эту сеть, а где-то приобрел, но знал, как ловить рыбу. Поэтому не дает и вам права. На молодежной конференции, если вы были, слышал я такой пример, очень замечательный. Одна маленькая девочка подходит на улице к полицейскому и говорит: «Вы полицейский?» Он говорит: «Да, так точно, я полицейский». «А что такое?» «Ну, мама меня дома учила всегда: доченька, когда будут у тебя проблемы, какие-то трудности, обращайся к полицейскому». А он говорит: «А что, у тебя проблема есть, помощь нужна?» Она говорит: «Да, так точно, сэр, мне помощь нужна. Пожалуйста, чем я могу тебе помочь?» Она выставляет ножку свою и говорит: «Завяжите мне шнурки, пожалуйста». Братья дорогие, ну так, простите меня за это слово, за время учебы мозги вы свои промыли, а теперь ноги омывать надо. Представляете себе, вот, омывать ноги. Но это не значит, что вы должны вот в своей жизни теперь забыть все, чему научились, употреблять это. И от имени Господа вы должны со властью проповедовать это слово в силе Святого Духа. Поэтому будьте готовы служить и теми знаниями, которые вы получили, и руками, и, если понадобится, склониться и завязать шнурки. Иоанн Креститель когда-то сказал: «Недостоин я развязать ремень обуви». Помните, да? Ему должно расти, а мне умоляться. Это ваша следующая школа. И пусть он растет в вашей жизни, в вашем сердце, как и в нашем, а мы будем умоляться. Господь да благословит вас в этом. Аминь. 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 Ну, помолимся. Я приглашаю сюда Алексея Васильевича, председателя Братского Российского, вот, и мы совершим молитву о благословении. Есть, и потом, да. Угу. Кто первый? Я с первого, пожалуйста. Мы помолимся, братья и сестры, чтобы Господь благословил братьев, которые закончили учебу, и их служение в будущем. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе, и Тебя благодарим, что Ты наш Бог. Мы благодарны, Господи, что Ты открыл наши сердца принять эту истину и открыл наши умы познать эту истину. И дай, Господи, силы и мудрости передать эту истину нашим братьям, всем людям, с кем они будут встречаться, чтобы их служение, их труд в церквях их, с людьми, с которыми они будут встречаться, чтобы это было благословением и для многих людей спасением. Господи, мы просим Твоего помазания и Твоего благословения на братьев, на их семьи, на их церкви, и будь прославлен в их жизни, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господь наш и Бог, мы стоим пред Твоим величием, поклоняемся Тебе, потому что Ты свят, Ты Бог всемогущий, Ты достоин всякой хвалы.
Господи, славим Тебя за то, что Ты отдал Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за каждого из нас, чтобы мы стали Твоими истинными детьми. Господь, Ты оставил Твое удивительное Слово, которое живо и действенно, и в нем нуждаются миллионы людей. Господь, я благодарен Тебе за этих братьев, которые посвятили свое время, свою жизнь для служения Тебе, нашему Богу. Господь, они изучали Твое Слово, и я прошу Тебя, благослови их, чтобы сердца их и умы были открыты восприятию Твоей истины и в дальнейшей их жизни, чтобы они стали Твоими служителями, носителями Твоей правды, чтобы они не только знали, но жили сами достойно Тебя и могли научить других, чтобы дети Твои ходили в истине. Благослови их семьи, благослови их детей и жен. Господи, я прошу Тебя, благослови их служение в церквах, чтобы их служение было в радость церкви, чтобы Ты было благословением для народа, в котором они живут. Господи, храни их от всякого зла, от всякого ложного учения. Даруй им достаточно здоровья, чтобы они могли радоваться служению Тебе и поклоняться Тебе. Господь, мы просим Тебя, чтобы Твоя милость была с ними, потому что они нуждаются в Твоем руководстве. Мы предаем их в Твои святые руки, и мы знаем, что Ты поведешь их по жизни, потому что Ты твердая наша скала, Ты основание нашей жизни. Тебе поклонение и честь, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил вот всех нас доселе и в этом дне. И сейчас, Господь, Ты абсолютно все видишь и знаешь. Ты знаешь движение мыслей, дыхание наших сердец. Мы благодарим Тебя, Господь, что братья наши могли иметь эту возможность и желание изучать Слово Твое, чтобы его преподавать, учить, проповедовать, расширяя шатры Царствия Твоего. Благодарим Тебя за эту возможность и сознаем, Господь, что самый главный учитель – это Ты, наш Господь и Спаситель, и через Твои сосуды, которые впереди нас прошли, которых Ты обучал, которым Ты дал Слово, через них Ты преподавал это Слово вот этим братьям, и они изучали его. Благослови их теперь, чтобы они употребили эти знания для славы Твоего святого имени, чтобы они проповедовали Евангелие и держались образца здравого учения. Исполни их силу и Духа Святого и помоги, чтобы они могли приумножить свои таланты для славы Твоей. Благодарим, Господь, еще раз за их усердие, за то, что они закончили эти программы. Благодарим за их жен-помощниц, которые помогали, содействовали и определенную тяжесть бремени в семье взяли на свои плечи, чтобы их мужья могли успешно заниматься и нести служение. Предаем их в руки Твои, благословляем их именем Твоим, и Тебе поклоняемся, и Тебя благодарим. Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, садитесь, братья и сестры. Братьям мы сейчас еще вручим подарочки на память. Вот, и на этом будет все закончено. Да. Значит, каждому из студентов такой подарок, словарь энциклопедический. Вот, дорогому брату Евгению Гробовскому в день окончания программы «Бакалавр богословия» в помощь для изучения Слова Божия и проповеди Евангелия Иисуса Христа. Проповедуй Слово и держись образца здравого учения. Спасибо. Ну, я больше читать не буду. Петр Кулешов. Поздравляю, желаю благословения. Филимонов. Василий Филимонов. Поздравляю. Спасибо. Александр Собы. Александр Собы. Поздравляю, изучай, брат, правильно редактируй, пиши нормально все. Василий Литовкин. Благодарю вас. Да. Поздравляю, брат. Спасибо. Александр Мейко. Мейко Александр. Благословения желаю, изучения Слова Божьего и проповеди успешной. Виктор Шуц, Германия. Брат мой, приветствую, поздравляю, очень рад. Думаю, что дальше мы будем еще чаще встречаться. И не только в Америке, но и у вас в Германии. Шаповалов. Шаповалов Александр. Поздравляю, брат мой, желаю успеха и благословения и дерзновения. Все, спасибо, братья и сестры, на этом закончено. Пожалуйста, наверное, пройдете туда вниз. И... Братья и сестры, мы будем продолжать наше служение вместе. Еще споем песнопение номер 10-24. «Славу оставив небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел». И затем будет служение хора.
Братья и сестры, мне кажется, если бы хор так пел, как мы говорим «Слава Богу», никто бы его не слушал. Поэтому Бог да благословит. Впереди еще будет служение хора.
хора. А сейчас слово проповеди, и первую проповедь говорит брат Вадим Гетьман, он является пастором Киевской церкви, которая находится в районе Сиэтла. Пожалуйста, брат Вадим, твое слово. Дорогие братья и сестры, приветствую вас сердечно. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Пожалуйста, садитесь. Для меня большая честь также обратиться с этой кафедры к вам и на основании Слова Божьего поделиться некоторыми мыслями в окончании нашего съезда, этого чудесного общения, которое здесь, по милости Божьей, мы с вами имели. Мое желание вместе с вами открыть послание апостола Павла, первое послание к Тимофею, и прочесть несколько слов, которыми Павел открывает вторую главу этого послания. Первое послание к Тимофею, вторая глава. Павел пишет своему молодому ученику, вот как вот эти наши сегодняшние братья, которые окончили богословское учебное заведение, в какой-то мере и Тимофей был таковым, он был его духовным учеником, и теперь ему необходимо было познавать на практике все эти уроки служения, которые некогда Павел один на один или в группе преподавал ему. Вот он пишет ему эти письма, сегодня мы имейлы друг другу пишем, как только что слышали, да? И вот было тогда это письмо, и так читаем мы: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог – единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Недавно я слышал об одном интересном эксперименте, который устроила газета «Вашингтон-Пост». Знаете, в Вашингтоне там есть метро. Кто бывал в американской столице, это вообще очень интересная картина. Вверху великолепнейшее мраморное здание, а внизу, ну, я не знаю, как это назвать, даже подсобное помещение, что ли. Знаете, каждая станция, не сравнить уже там с московским или с киевским метро, просто одинаковые, такие бетонные, простые. Просто не веришь, что ты находишься в столице. Но, тем не менее, он заходит в метро, человек этот, со скрипкой, достает эту скрипку и начинает играть. Знаете, для того, чтобы люди как-то поняли, что он имеет в виду, он ложит перед собой шапку, в этой шапке несколько монет. Называется посеять немножко, да? То есть, чтобы люди увидели, что нужно сделать, он несколько монет туда кладет, чтобы каждый проходящий понял, для чего он там стоит. Собрать денежек немножко. И вот он стоит с этой шапкой и начинает играть. Он проводит там около 2 часов. За это время возле этого скрипача проходит, ну так подсчитали, это ведь газета, у них все было подсчитано, 27 человек, и собрал он $32. Эти люди не знали, что 3 дня назад этот же самый скрипач с этой же самой скрипкой, а, кстати, я не упомянул, это скрипка Страдивари, которая цена несколько миллионов долларов. С этой же самой скрипкой 3 дня назад в одном из известнейших концертных залов города Нью-Йорка, всего лишь в нескольких часах езды от столицы, этот же скрипач выступал с аншлагом. Все билеты были распроданы за несколько недель назад, и самый дешевый из этих билетов стоил $100. Этот же самый человек, который пришел в Вашингтонское метро. Он играл те же самые произведения. Он играл Моцарта, Шуберта и так далее. Для одних он представлял огромнейшую ценность, другие не видели в нем абсолютно ничего ценного и дали ему какие-то гроши. Когда я смотрю на себя, когда я смотрю на Вселенную, когда я смотрю на Писание, когда я попросту закрываю глаза, меня одолевает вопрос, а какую ценность, если вообще какую-то ценность я представляю в глазах Божьих? Что Он думает, когда смотрит на меня, когда смотрит на каждого человека? Ведь вы знаете, для того, чтобы нам вот так вот прийти к нашему обычному ответу, основанному на Писании, Бог любит всех, Христос умер за всех, это все верно, но тем не менее, вот я такой маленький, такой небольшой, казалось бы, такая пылинка, такая пушинка, что действительно я обладаю некой ценностью в глазах Божьих?
Ладно я, а все остальные миллиарды, которые живут сегодня на планете Земля, а все те, которые никогда не слышали о Христе и прожили до этого, а все те, которые, может быть, слышали, но тем не менее не приняли, они представляли в его глазах какую-то ценность? Как-то даже кажется опасным задавать такие вопросы. Какую ценность представляет вообще человек в глазах Божьих? Когда-то сами библейские писатели задавались этими же самыми вопросами. Вот это то, о чем мы размышляем на этом съезде. Потому что если бы мы не представляли никакой ценности в Божьих глазах, неужели в Писании не было бы этих мест, которые неоднократно твердили бы нам: Христос за всех умер? Это значит за каждого, это значит за тебя и за меня. Христос умер за меня, Христос умер за тебя, но тем не менее возникают некоторые сомнения. Помнит ли Он действительно обо мне? Заботится ли Он обо мне? Вы знаете, вот этот мир, его можно сравнить с огромнейшим метро, вот с тем, с которым мы только что говорили. Проходят возле нас эти тысячи ног, или пар ног, скажем мы так, да? А тем более тогда, когда мы познакомились с современными средствами коммуникации, переселились в эту страну, сегодня мы можем летать на самолетах, облететь весь мир за несколько часов, увидеть множество людей, они разных рас, национальностей, у них разные взгляды, мы начинаем с ними знакомиться, и вдруг понимаем, у них тоже что-то есть доброе, но они не верят так, как мы, они что-то не понимают так, как мы, и в нас закрадываются сомнения, может быть, есть другой путь, кроме Иисуса Христа. А если Христос их не достиг, то заботится ли Он о них, если они не там, где мы, если нас такая горстка, если нас так мало? Как брат Алексей Васильевич сегодня говорил о том, насколько мало баптистов в России, ведь есть страны, где их вообще горстка, мусульманские страны, скажем, да? Хорошо, мы понимаем, что есть другие христианские деноминации, где есть спасение, добавим всех их вместе, и все равно будет мало, и этот вопрос приобретает еще большее значение. И нам нужно теперь как-то примирить эти истины. С одной стороны, нас очень мало, и это значит, огромнейшие части общества остаются как-то незадействованы Евангелием, не затронуты благой вестью. Что делать с ними? Куда деть этих людей? Заботится ли Бог об отдельном, конкретно взятом человеке? И если да, то как? А теперь немножечко сделаем, знаете, вот у кого есть камеры, у кого фотоаппараты есть, там есть зум-ин и зум-аут, да? Можно увеличить, а можно и отдалить. И вот если мы будем отдаляться, то, вы знаете, нет предела этому отдалению. Сегодня мы уже говорили о нашей огромнейшей Вселенной. О том, сколько, вот есть около 200 миллиардов звезд. Огромнейшее количество небесных тел, и это только те, которые нам известны, или, по крайней мере, те, которые ученые смогли увидеть через телескоп. И вот здесь, на крохотной планете Земля, которая ни в какое сравнение по своим размерам не идет с этими звездами, живут люди, и неужели Бог будет заботиться о каждом из них, в то время как звезд все во Вселенной больше, чем этих людей вместе взятых? Неужели Бог будет заботиться о людях, в то время как ежеминутно в вечность уходит около 107 человек? Причем, по нашей статистике, которая есть у нас, мы знаем, что большинство из них идут в ад. Конечно, может быть, что-то нам неизвестно. Кто-то произносит молитву на последнем издыхании, там, на смертном одре. Но около 68 человек из этих 107, они идут прямиком в погибель. Они не слышали о Христе, или же не приняли решение в Его пользу. Так или иначе, их судьба так складывается. Что же происходит? Заботится ли Бог о каждом человеке? Вы знаете, в Писании задаются эти вопросы. Когда-то, находясь в Египте, израильтяне, Божий народ, на протяжении 400 лет вопияли к Богу, тогда, когда они были порабощены, тогда, когда они потеряли все свои свободы, имевшиеся при Иосифе, восстал другой царь, поработил их. Все, закончилось время свободы, Бог вспомнил о них, но они тоже этому не верили. Они не могли поверить, что Бог по-настоящему заботится о них, и после этого периода Он наконец-то принялся за дело и вспомнил о них. Позже в Ветхом Завете мы вспоминаем о друзьях Иова. «Какое ему дело до тебя?» – хотят они сказать. Сегодня мы вспоминали и о них тоже. «Ты – пылинка мироздания, и ты будешь беседовать, а тем более пытаться судиться и вопросы какие-то задавать самому Творцу Вселенной, тому, который является всемогущим, тому, который двигает мирами». Позже Экклесиаст задаст примерно те же самые вопросы, правда, немножечко уже в таком циничном цвете.
вот с таким оттенком циника. Вот этот текст, который мы сегодня прочли с вами из первого послания Тимофея, второй главы, мне кажется, как раз и дает нам вот это доказательство его заботы о нас. Не просто о нас, как о верующих, не просто о нас, как о познавших Иисуса Христа, но я подчеркиваю, о нас, как вообще людях, обо всех людях и о каждом отдельно взятом человеке. Итак, посмотрим внимательно на несколько первых стихов второго послания, второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Первое, что мне здесь видится, это то, что Господь желает спасения каждого человека. Мы читаем здесь в 4 стихе о том, что Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Мы читаем здесь о том, что хочет Господь, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Друзья, если это Его желание, то мы можем также прямо утверждать, что в этом заключается Божья забота о человеке. Вы знаете, Божья забота о человеке началась с самого начала, когда Он великолепно и прекрасно устроил нашу землю. Ученые говорят, что если бы хотя бы какие-то показатели, физические, химические, расстояния и так далее, примеров можно приводить сколько угодно, были бы хотя бы на какой-то несколько там, знаете, значений, где-то это миллиметры, где-то это микрометры, нанометры и так далее, где-то были больше или меньше, мы бы уже не жили в том мире, в котором мы бы жили. Чуть-чуть расстояние между Землей и Солнцем увеличилось бы или уменьшилось бы, климат бы поменялся. Чуть-чуть по-другому были бы расставлены планеты, и мы бы обязательно попали в космическую катастрофу, столкнулись с астероидом и так далее. Чуть-чуть нарушены были бы те чудесные пропорции, которые Творец заложил в наше творение и мироздание, и все было бы уже совсем по-другому. Господь создал этот мир, и Он продолжает его поддерживать своей любовью. Если бы Бог, поем мы, любовь отнял на миг, то этот мир давно бы уже погиб. Причем, что интересно, Господь по слову своему, вот когда Христос был на горной проповеди, Он об этом сказал, Он делает это нелицеприятно, Он не взирает на лица, Он заботится о каждом человеке, и Он говорит, нам необходимо Ему подражать. Будьте совершенны, как Отец ваш совершенный. Так заканчивается 5 глава Евангелия от Матфея. А в чем же заключается это совершенство? Знаете, мы читаем это место, пожимаем плечами, думаем, как это так? Быть совершенным, как Отец наш совершенный? О, это невозможно! Господи, ты так высоко поднимаешь планку, а ведь в контексте имеется в виду, не делай добра только своим братьям и сестрам. Да, им прежде всего, да, но не только им. Будь добрым ко всем, так же, как Господь посылает и дождь, и солнце на праведных и неправедных, так и ты, невзирая на обстоятельства и на лица, помогай другим и люби их. Он заботится нелицеприятно, и ты поступай таким же образом. Это и есть та самая предварительная благодать, которая проявляется ко всем людям. Сегодня Господь именно такое отношение имеет к каждому человеку. И вы знаете, в Писании мы видим, что Господь знает каждого из нас по имени. Удивительно, те места Писания, через которые, проходя, мы спотыкаемся. Те из нас, кто читают Ветхие и Новые Заветы ежегодно, я поощряю так в своей церкви, желаю каждому, чтобы это было так. Но мы спотыкаемся о те места, где мы не можем даже имена прочитать правильно и корректно. Думаем, ну вот еще одна глава этих имен, этих перечислений родословных, когда же это уже закончится? А ведь идея в чем? Господь знает этих людей по имени. Если они перечислены здесь, и люди их знали, так тем более Господь. Если израильтяне себя перечисляли вот так, то тем более перед Богом, там перед Ним пишется памятная книга, и там есть в том числе мое имя. Вы знаете, я представляю себе ту прекрасную картину, когда мы будем на небесах. Когда мы будем с нашим Господом. Представить себе это, конечно, трудно, но хотя бы так, маленький взгляд за эту великолепную вуаль, через тусклое стекло, мы видим это чудесное время. И вот написано, что будут осуждены те и брошены в озеро огненное, которых имена не были записаны в книге жизни. Это означает, что, во-первых, Господь знал их имена, Он знал их поименно. И я представляю, что в этой книге жизни, возможно, были те страницы, на которых должны были бы появиться их имена. Это были чистые страницы, пустые страницы. Они были заготовлены специально, чтобы туда эти имена были вписаны. И тогда будет великий плач на этом суде перед великим белым престолом, когда вдруг эти страницы будут показаны, и человеку будет указано, вот здесь могло бы и быть твое имя. Я за тебя отдал сына своего единородного.
Он за тебя страдал. Посмотри на фильм, на картину своей жизни. Вот здесь я тебя встретил. Вот здесь я напомнил о тебе снова. Вот здесь, когда ты посмотрел снова на мое великолепное творение, эта мысль снова пришла к тебе, но ты ее отмахнул, ты отмахнулся от нее, ты отверг ее, и так всю жизнь. И это будет горестное осознание того, что я мог бы туда попасть, я мог бы там быть, мое имя могло бы быть там вписано, но тем не менее, так не произошло. Израильтяне скрупулезно писали имена друг друга, а тем более Господь знает каждого человека по имени. Он видит каждого из нас, и Он знает о каждом нашем действии. «Я видел тебя», — говорит Он Нафанаилу, — «когда ты был там еще под смоковницей». Христос настолько досконально нас знает, Он знает те вещи, о которых нам невдомек даже. Я не думаю, что здесь найдется человек, который точно посчитал количество волос. Ученые называют какие-то цифры, но все они примерные. А у нас сосчитаны это количество. У Господа есть статистический отчет о всем нашем теле, о всем, что происходит и в нашем теле, и в нашем духе, и в нашей душе. Он знает о нас с мельчайшими подробностями абсолютно все. Мы видим, что Господь, зная человека, с самого начала истории вел его. Он мог бы его уничтожить. Он мог бы сразу ввести в действие механизм, о котором Он сказал: «Смертью умрешь». Если бы сразу же человек был уничтожен, и на этом Библия закончилась, никто не обвинил бы Бога в несправедливости, однако Он так не поступил. После грехопадения начинается долгая, изнурительная, мучительная, длинная борьба за спасение человека. Мы называем это историей искупления. Она проходит через все страницы Ветхого Завета и затем в Новом Завете находит свою кульминацию в Иисусе Христе. Но посмотрим вновь на этот отрывок. Здесь сказано, что наш Господь желает, чтобы все спаслись, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Желает, хочет. Это Его воля. Это то же самое слово. Воля Божья в спасении каждого человека. Но постойте, давайте посмотрим на реальность. Нас ведь так мало. Вернемся к тому, что далеко не каждый верующий человек, далеко не каждый принял Иисуса Христа, далеко не каждый последовал за Ним. Может быть, что-то препятствует воле Божьей? Может быть, Господь не может всю полностью свою волю использовать? Может быть, Он не всемогущий или не вселюбящий, как предполагают некоторые люди? Одну крайность сегодня мы уже рассматривали. Есть другая крайность. Знаете, не так давно вышла книга «Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми». Один раввин написал ее и пытался объяснить своей точки зрения, знаете, со своей точки зрения о Боге, что происходит в мире. И вот он говорит: я изучал, и я понял, что Богу не все равно, Он сострадает. Да, Он знает нас, но Он не может, Он ограничен в своих возможностях. Мы понимаем, что это ложный взгляд. Мы не можем так верить. Мы верим в то, что Господь может, Господь способен, у Него есть все силы, но тем не менее Он оставляет человеку определенную способность выбирать. Вы знаете, удивительная мысль, но это так. Есть определенные вещи, которые невозможны даже для Бога. Как это так? Ведь Бог всемогущий, скажете вы. Да, например, Бог не может солгать. Об этом четко говорит Священное Писание. Бог никогда не может нарушить своего обетования. Он может переменить свое решение, но свое обетование, которое Он дал, Он нарушить не может. Почему тогда же не все спасены? Я нахожу ответ в Слове Божьем. Ну, например, тогда, когда Христос ходил по земле, Он встречался с книжниками и фарисеями. И там есть отрывок, записанный в Евангелии от Луки, в 7 главе, в 30 стихе. Он беседует с книжниками и фарисеями и с начальниками иудейскими и говорит: «Воля Божья для вас заключалась в том, чтобы вы приняли крещение от Иоанна, но вы этого не сделали. Они, говорит Христос, отвергли волю Божью о себе». Противостояли владыке? Да. И вы знаете, Господь это почтил. Это решение, которое оскорбило Его, которое шло вразрез с Его волей, тем не менее Он почтил, Он уважил это решение, Он вынужден был с ним согласиться, потому что Он поставил определенные рамки, в которых эти люди могли бы действовать. Так же, как мы вот сейчас ограничены вот этой комнатой, если бы все окна, двери были полностью закрыты, такую же примерно свободу Господь дает и нам. Эта свобода не полная, мы не можем делать определенных вещей, но где-то в определенных рамках Господь дает нам эту свободу. Христос с болью смотрит
смотрит на город Иерусалим, и он говорит: «Сколько раз я пытался вас собрать, как птица собирает птенцов, но вы не захотели, ответственность не на мне. Я пытался, но вы этого не захотели. Бог знает каждого по имени, Бог знает меня и тебя, но Он не только желает нас спасти, Он еще и нечто сделал ради этого». И в этом отрывке мы находим, что Он сделал. Он послал Иисуса Христа, который умер за каждого человека. Мы читаем здесь, в 5 и 6 стихе, по-прежнему мы в первом послании Тимофея, 2 глава, «Ибо один, един Бог, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Я не знаю, как нужно себя ощущать, когда за тебя кто-то умер, но должно быть это ощущение не из приятных, и оно должно к чему-то побуждать. Попробую это проиллюстрировать. Я где-то читал об одном мальчике, который еще во времена того, когда железная дорога только-только начинала распространяться, и вот в его город тоже проложили железную дорогу, там построили вокзал. Он стал выходить к этому вокзалу и встречать поезда. И знаете, многие мальчишки так делали, потому что поезда приходили туда не часто, может быть, раз в неделю. Вот он встречает один из этих поездов, оттуда выходят люди. Мальчики обсуждают, им интересно. Люди, знаете, одеты по-разному, пассажиры с разных мест поприезжали. Одного обсудили, другого. И тут смотрят, один выходит. Интересно, как он идет? Они никогда такого не видели. Этот человек, который вышел из поезда, он хромал на обе ноги. Этому мальчику стало смешно. Он захотел над ним поиздеваться, покривляться. И он стал перед своими друзьями кривляться, показывая, как. Знаете, насмехаться над этим человеком, показывая, как он идет. И человек это увидел. Прошло некоторое время, и после прогулки своей мальчик вернулся домой. Он вернулся, встретился со своим отцом. Отец говорит: «Ты знаешь, я хочу тебя кое с кем познакомить. Это мой очень хороший друг, мой очень хороший товарищ. Я хочу, чтобы ты познакомился с ним». И каково же удивление, и если не сказать стыд, было этого мальчика, когда он зашел и увидел того самого человека, другом своего отца. Тем более, каково его удивление и пристыжение было тогда, когда отец рассказал историю его жизни. Он сказал: «Знаешь, ты жив только благодаря этому человеку. Ты знаешь, было время, когда я шел, я споткнулся, я шел с тобой, я нес тебя в охапке. Тогда была зима, я шел и споткнулся по льду, и ты упал, ты скатился в воду. Я не мог ничего сделать, потому что сам я подвернул ногу, и меня пронзала огромнейшая боль. И этот человек, он опустился в эту воду, и он взял тебя оттуда, и он забрал тебя, и с тех пор ты живешь, а он получил травму. С тех пор у него эта проблема с ногами». Как должно быть сжалось сердце у этого мальчика тогда, как ему стало неудобно и неприятно, как, наверное, его сердце должно быть прониклось тогда огромнейшей благодарностью, глубоким чувством благодарности к этому человеку. Что-то подобное должно быть также и в нас. Христос не только рисковал за нас жизнью, Он не только опустился в самые глубины греха ради нас, ради нашего спасения, Он умер за нас. Мы читаем в послании к Римлянам в 5 главе о том, что Христос умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Мы были полностью немощными и ничего не могли с собой поделать. Но более того, Христос умер не только за нас, не только за верующих. Христос умер за весь мир, за каждого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для меня вот здесь вот в сердце очень сильно отзывается одно слово. Слово, записанное пророком Исаией в 49 главе. Пророк Исаия пишет так. Это слова Божьи. Откройте, пожалуйста. 49 глава, 16 стих. Это великие слова, друзья мои. Вы знаете, ситуация была такая, что Иерусалим был разрушен. Люди смотрели на тех варваров, они так их рассматривали, вавилонян, которые проникли в храм, проникли в святое святых. То обиталище Бога, в котором он должен был бы находиться, и его защищать, и его разорили. И что теперь? И вот вся книга эта, вот в особенности здесь 40 главы, они наполнены этим плачем. Неужели ты, святой Израилев, оставил свой народ? Где же Бог? Неужели ты заботишься о нас? Где же твоя забота? Они по-своему ее понимали. И вот здесь, этот стих 16, это жемчужина. «Вот я начертал тебя на дланях моих». Этого достаточно.
Этих слов для меня достаточно, чтобы знать, что тогда, когда Иисус Христос висел там на кресте, это были не просто гвозди, что держали его там. Через его запястья были не просто пробиты эти грубые римские гвозди, которые делали его висение на кресте невыносимым с точки зрения боли, медицины, физиологии и так далее. Но это было мое имя, записанное у него там. Это было твое имя, дорогой друг, имя каждого человека. Он думал обо мне и о тебе. Христос умер за всех. И вот Господь не только желает спасти весь мир, Он не только заботится о каждом человеке, и Он не только зовет каждого, Он не только умер за нас. Это два доказательства. Третье, последнее доказательство, которым я читаю здесь, в этом отрывке. Самое удивительное, казалось бы, а что еще может быть удивительнее, да? Это доказательство того, что Он зовет каждого из нас в свои соработники. Он желает, чтобы каждый из нас в деле спасения этого мира тоже принимал посильное участие. Я прах и пепел, я такой немощный и неспособный, и тем не менее на меня, и на тебя, и на каждого из нас Он полагает эту великую ответственность. Вы знаете, Бог ставит огромнейшие преграды для того, чтобы грешник не попал в ад. Это и Библия. Это и крест, но это также и церковь, это и проповедь, это и молитвы, и слезы искренних христиан. И вот здесь мы читаем в начале самой этой главы. Прежде всего, говорит он, для того, чтобы спасти мир, что нужно делать прежде всего? Может быть, нужно молиться? Да, именно так. Мы-то думаем по-другому. Мы думаем, нужно проповедовать, нужно больше денег давать, нужно идти на благовестие, все это нужно. Прежде всего, он говорит Павел, остановись, нужно вначале молиться. Прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Господь мог бы найти лучших соработников в этом великом деле спасения. У Него есть совершенные ангелы, они никогда не согрешали. У Него есть тьмы тем этих ангелов, и Он мог бы ими совершать этот великий труд. В конце концов, Он мог бы звездами своими, которые слушаются Его, написать на небесах, ну, скажем, Иоанна 3:16, и каждой ночью показывать это на разных языках, чтобы люди наконец поняли, что Он существует и что им необходимо делать. Я думаю, что это было бы впечатляюще. Я думаю, что многие бы уверовали. Но тем не менее, Он возлагает это также и на нас. И вот это для меня является третьим и огромнейшим доказательством того, что Господь заботится о каждом из нас и подтверждением того, что Христос умер за всех нас. Что же это за труд? Первое – это молитвы, как мы уже сказали в первом стихе, но второй стих также говорит о том свидетельстве, которым мы должны жить, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Не кричащее наше свидетельство, не агрессивное, но такое, чтобы люди, видя его, могли бы сказать: в этом человеке что-то не так. В хорошем смысле этого слова. Он другой, он отличается от всех остальных. Подойду-ка его и спрошу. Узнаю-ка, чем он живет и как. Я тоже это хочу иметь. Я тоже хочу так жить, как мы вчера слушали, таких людей очень много. И дай Бог, чтобы мы жили так, чтобы люди, засматриваясь на нас, именно засматривались в хорошем смысле этого слова. Не потому, что у нас хорошие машины, великолепные дома, а потому, что у нас жизнь такая, что не хочется отводить от нее глаз. Чтобы люди говорили, как мне говорят некоторые мои бывшие одноклассники: как я хотел бы иметь то, что ты имеешь, а я уже в твоем возрасте, мы-то одного возраста все, разрушил полностью все, что я имел. Господь хочет спасти каждого человека. А как же тех, кто никогда не слышал? Три факта из Писания убеждают меня в том, что мы, можем не сомневаться в том, что Господь и в этом плане одержит первенство, одержит победу. Есть вещи, которых мы не знаем. Есть человек по имени Мелхиседек, мы не знаем его происхождения. Он ниоткуда появился и никуда ушел. Откуда он узнал о Боге? Нам думается, что вот это единственное откровение. Но, может быть, это не так. Друзья, не подумайте, что я сомневаюсь, что здесь нет истины или что она содержится еще где-то. Не дай Бог. Ни в Коране, ни в Бхагавад-гите, ни в каких-нибудь ведах нет никакого спасения. Но ведь откуда-то появился тот же самый Валаам. Ведь откуда-то появились те же самые волхвы. Откуда они узнали?
Я верю, что Господь действует. Я верю, что Господь и сегодня спасает, в том числе и в тех местах, где, может быть, и мы не достигнем. Рави Закарайес, мы знаем его как известного радиопроповедника, апологета христианства, он говорит о том, что он бывает часто в арабских странах, в мусульманских странах. Сам он, кстати, из Индии, он вот оттуда, того происхождения. И он говорит: вы знаете, вы просто не можете поверить, сколько раз, беседуя с людьми высшего ранга, бизнесменами, людьми, которые ворочают огромными суммами денег, знаете, там и нефтедоллары и так далее, я убеждаюсь в том, что Господь Иисус Христос что-то делает. Арабы, которые отвергали Христа, не хотели в Него верить, ко мне подходят и рассказывают: а мне снился Христос. Они знают, что это Христос. Как, я не знаю. Но они думают, они знают, что это Христос. И они задают о Нем вопросы. Они говорят: меня это беспокоит. Это что-то означает. Что-то мне Бог хочет сказать, и я хочу знать, что. Это меня убеждает в том, что, может быть, мы не имеем ответа на абсолютно все вопросы, но мы знаем, что у нас есть истина, и мы знаем, что Бог заботится о каждом человеке. Это меня побуждает смотреть на людей, которые находятся в мире, я надеюсь, побудит каждого из нас, не просто как на серую массу. Не иметь вот этого взгляда левита и священника, которые, проходя, не замечали этого самарянина. Он был низшего класса. Часто, к сожалению, у нас есть такое отношение к людям. Мы-то здесь, мы-то в церкви, мы знаем, что мы в ковчеге спасения, а они, ну вот пусть придут на евангелизацию, пусть как-то услышат и так далее. Наши, их нужды нас не сильно волнуют. Но Господь, написано во втором послании Петра, 3 глава 9 стих, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он ожидает еще многих людей. Ты готов ли стать соработником Божьим? Желаешь ли ты вместе с Ним заботиться также о людях, как Он заботится? И что ты для этого делаешь? С этими вопросами хочу оставить. Аминь. Помолимся. За ту любовь и милость, которую Ты излил через Иисуса Христа. За то, что Он и является ответом на вопрос, заботится ли обо мне Бог, знает ли Он обо мне, любит и помнит ли меня. Я знаю, взирая на Него, что это так. Господи, но не только ради меня Ты приходил, не только ради меня Ты умер, но и за каждого человека, за каждого грешника, из которых я первый. И однако, Господи, мы видим, что многие еще не пришли, и мы умоляем Тебя, Господь, помоги, чтобы и мы могли молиться, и быть вестниками, которые бы продолжали нести эту весть. Продолжай стучаться, продолжай, если воля будет на то твоя, долготерпеть еще, сколько ты предназначил до того, когда последний язычник войдет в ковчег твоего спасения. Господи, благодарим Тебя за эту чудесную любовь, которую Ты открыл во Христе, за то, что спасены будут все, кто призовет имя Господне. Слава Тебе за все. Аминь.
Дар жизни и прощения.